Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я люблю показывать, как рисовать. Сегодня у нас няшки. Вкусняшки, Лео, няшки-вкусняшки. Я очень хочу нарисовать лампочку. Хо, такую старинную, желтенькую. Да, но очень-очень яркую и очень-очень с большими глазами. Хорошо, Лео, рисуем. Ребята, рисуем мы сегодня карандашами деревянными. Лео, школа, сад называется. Деревянные яркие карандаши, сделанные из липы. В России. Для творчества. И у меня есть один такой заветный карандаш. И мы будем рисовать. Будем рисовать, конечно же. Ребят, возьмите черный карандаш. Мы рисуем няшки. А это значит, мы рисуем все весело и просто. У вас обязательно получится. Лео, садись здесь. А я покажу ребятам, как можно рисовать лампочку. Лампочку я рисую просто, рисуя круг. Большой круг. Можно рисовать средний круг. Для точности можешь обвести циркулем или, к примеру, положить чашку и обвести чашку. Но я рисую обычно несколько раз, повторяя одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И тогда твоя рука научится рисовать круги идеально, без циркуля и линейки. Конечно же, лампочка, она такая вытянутая, она немножко, да? Но мы не будем рисовать такую лампочку, которая совсем как груша. Ты знаешь, Лео, такую, да? О, да, я знаю, такая груша-груша висит. Груша нельзя скушать. Да, это говорят про лампочки, такие шуточки. Сейчас уже такие загадки трудно загадать, потому что ребята не видели никогда, может быть, лампочку-грушу. Но круглую лампочку наверняка они видели. И мы сегодня такую как раз и рисуем. Я очень тщательно обвожу контур, чтобы наша лампочка очень такая картонная была и нарисована, как в мультике было. Здорово. Здесь цоколь. Называется цоколь. Вот такая вещь, когда вкручивают в розетку. Да? Конечно же, сами ребята этим не занимаются. Этим занимаются только специальные электрики или родители, по возможности, заменяющие электриков. Да? И вот мы рисуем цоколь. А после этого рисуем вот такой полукруг. И вот это вот мы раскрасим сереньким. Сама лампочка будет желтая. Ага, желтая, серенькая, а глазки... А глазки будут вот здесь. Рисуем два больших глазика. Один глазик, второй глазик, один глазик, второй глазик тоже. Ребята, обратите внимание, что это всего лишь два круга. И вы тоже научитесь рисовать круги все лучше и лучше. В них нарисовайте. Нарисуйте, пожалуйста, такие кружочки. Это будут блики. Все остальное закрасьте. Весь черный глаз закрасим в черненький цвет. И этот глаз левый закрасим тоже в черненький цвет. Вот у нас так здорово получилось. Нарисуем у нас бровки. И улыбочку. Вот такая лампочка. Конечно же, я хочу сделать, чтобы она горела, ярко светилась. Я показываю это маленькими лучиками со всех сторон у лампочки. Вот так я их показываю. А после этого я ее раскрашу. А чем мы будем раскрашивать? Будем раскрашивать необычным карандашом. Желтым, деревянным, тоже Лео. Но только он акварельный. Это будет здорово, потому что раскрашивать акварельным очень легко карандашом. Он такой же, как и все остальные, как карандаши Лео обычные. Просто цветные, яркие. Но только при касании водой, попадании воды, он начинает ярко светиться. И вот в это время мы как раз и будем добавлять желтый цвет. Здесь я тоже добавлю в лучики желтого цвета. Немножко покоряпайте чуть-чуть этим желтым цветом. Нарисуйте небольшие разводы. Этого достаточно. Цоколь мы не будем рисовать с таким акварельным карандашом. Просто закрасим серым карандашом. Этого достаточно. И вот теперь начинаем. Можно уже раскрашивать. Мне так хочется. Это здорово сделать. Возьмем кисточку. Ребят, возьмем кисточку обычную, намочим ее водой и нанесем немножко воды на нашу лампочку. Вот так мы размываем все, что есть на лампочке. Оставим, постараемся оставить блик. Постараемся вот так оставить блик, чтобы лампочка все-таки блестела кое-где и ярко-ярко горела. А теперь закрасим вот такие лучики. Вот так разводим водой в разные стороны. В разные стороны стараемся в разные стороны завести вот так. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. И получается лампочка. Получается лампочка очень яркая, как я и мечтал сделать. Давно такое мечтал и нарисовал с тобой. Ребят, если вы нарисовали лампочку, то обязательно поделитесь ей. Поделитесь в Инстаграм, Лео рисует, легко найти и сделайте сторис или пришлите в Директ, это будет здорово. Ребят, мы ждем ваших работ. Нас легко найти в Инстаграм и на Ютубе, мы всегда рисуем ярко, просто и без перемоток. Если вам нравится, то ставьте лайк и продолжайте с нами. Пока-пока!